Гурченко репетировала свои похороны. Народная артистка мечтала разбиться в самолете. В последнее время Людмила Гурченко часто размышляла о смерти. Эти размышления попали на видео, которое обнародовал ее близкий друг, фотохудожник Аслан Ахмадов. Запись была обнародована во время эфира программы «Пусть говорят», а появилась она случайно, благодаря подаренному регистратору, который постоянно срывался с любого окна. И Ахмадов бросил его в бардачок, но не выключил, и тот продолжал записывать все происходящее в салоне авто. Помнил о нем лишь тогда, когда решил продавать машину. Я разбирал его и обнаружил запись. То, что она содержала, вергло меня в шок. Там были видеозаписи с Люсей, рассказал он. На них Людмила Марковна часто рассказывала об отце, говорила об умершем от передозировки внуке. А вот о дочери Маше не вспоминала совсем. Многие слова великой актрисы сегодня звучат как завещание. Умирать, но еще рано. Я еще не шила последнее платье. Там еще килограмма полтора сшить бус. И тогда можно готовиться к очень интересному фильму. Хочу, чтобы все было очень почетно, вежливо. Все должно быть с поклонами, говорила она. Актриса хотела, чтобы на ее похоронах было много цветов, которые бы потом могли разобрать люди. Она сама всегда раздаривала подаренные ей после выступления букеты.